Здравствуйте, мои хорошие, мои дорогие! С вами сегодня я, ваша Ольга. Мои хорошие, давайте посмотрим мысли мужчины о вас прямо сейчас. Сигнификация вам в помощь, дабы по прошлым событиям вы узнали, резонирует ли с вами расклад. Итак, мои хорошие, прошлое. Вот колесо фортуны перевернуто и страх. Вот страх, боязнь за свою стабильность, за свою ресурсность у вас, моя хорошая. Куда-то прикладывали усилия, но все тщетно. Блин, у вас, знаете, цикличность. То порой густо, то пусто, то хорошие события, то плохие. Ну вот карта брака перевернута, и желания все, которые вы рядом с мужчиной положили, да, на алтарь, как говорится, что-то не так пошло. Ваш мужчина вогнал в вас сомнения. Пожог, мечевой пожог. Либо мужчина младше, женщина старше, либо мужчина может быть немного инфантильным, да, который не может особо делать выбор. Давайте посмотрим, что сейчас, где этот мужчина. Ну, он жадничает на знаки внимания, не может вас сейчас наполнять. У него нет ресурсов на это. Он не прикладывает в отношения. В отношениях сейчас холод между вами. И всему виной тоже есть люди, которые приложили к этому руки. Да, вот он в мечевых энергиях, в мечевых, порывистый такой. Какой-то, вот знаете, как будто свои надежды все какие-то потерял. Он многого может добиться, но какой-то вот он для себя самого даже не может хорошее сделать, не то что для вас. Ну так, давайте подумаем, да, погадаем, что же он о вас сейчас прямо думает. Как мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежно руками обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому. Вспоминает девчули, вспоминает. Хочет к вам под ваше крылышко, но понимает, что не все так просто. Хотел бы быть вместе с вами, но виноват перед вами. Сейчас у него вот такое состояние депрессивное. А хочет это в ваших глазах быть императором рядом со своей императрицей. Гуляй, шальная императрица. Девчонки, меня прям на песенки, да, тянет. Это такой мой, как говорится, формат. Ну, думает о том, чтобы к вам приползти. Но гордость мешает. Гордый, гордец. Он чувства свои попирает, а гордость впереди ставит. Вот если позовете, да? Позови меня на закате дня, тогда приду. Но прошлое мешает. Но вы можете как бы и прошлое это перечеркнуть и шагнуть с ним в новое, если вы от него будете ресурс видеть. Он от вас ждет внимания, а вы от него. Ну и чем ваше сердечко успокоится? Трансформацией. Трансформацией, которую вы проходите. Мои хорошие, благодарю вас, мои милые, добрые, лучезарные, за то, что поприсутствовали на этом раскладе. Кто себя узнал, милости прошу на личный расклад. Это всегда космос. А я с вами прощаюсь, до новых встреч. Пока-пока.